рамках партийного проекта «Безопасные дороги» одинцовские единороссы провели профилактический рейд вблизи ряда школ Одинцова и Звенигорода. Участники инспекции проверили наличие ограждений, пешеходных переходов и светофоров Т-7. В территории возле Одинцовского центра эстетического воспитания возникли вопросы. После ремонта дороги и тротуары здесь убрали защитное ограждение. Партийцы подготовили профильное обращение в администрацию территориального управления Одинцова.